В гостиной Дома молодежи прошла интеллектуальная игра «Brain Ring» по вопросам избирательного права, посвященная Дню Конституции Российской Федерации. Основные цели и задачи проведения данного мероприятия – изучение уровня политической и правовой культуры молодежи, формирование активной гражданской позиции и ответственного отношения к участию в избирательных кампаниях, повышение гражданско-правовой культуры и правосознания молодежи, информационное обеспечение молодого поколения по конституционным, правовым и общественно-политическим вопросам. Поединок оценивали компетентное жюри. Избирательные комиссии Амурского муниципального района Хабаровского края Елена Шевчук. Главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних Виктор Большаков. На игровом поле собрались 4 команды. Соревнования проходили в 2 тура. В первом определились победители, которые сыграли уже за первое и второе место во втором туре. Время обсуждения составляло 60 секунд. В ходе проведения брейн-ринга знатокам были предложены теоретические вопросы на знание избирательного законодательства, а также практическое знание по поиску в вымышленных агитационных материалах нарушения законодательства в выборах. Команды, поочередно обгоняя друг друга в количестве набранных баллов, успешно продемонстрировали свою осведомленность в этой области, и даже на сложные вопросы ведущего несколько раз давали досрочный ответ. Все команды-участники игры были награждены дипломами за участие. Отметим, что по оценкам участников игра получилась очень интересной и живой, а организаторы были порадованы хорошими знаниями в области избирательной системы Российской Федерации.